Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам расскажу, что же мы увидим в следующей серии 11 сезона шоу «Холостяк». Как известно, по окончанию прошлой серии Михаил попросил девушек из двух домов съехаться в одном. И тут-то и назревают новые причины для конфликта. Встречающая часть девушек будет явно недовольна новыми жильцами в доме, где они уже обжились и чувствуют себя главными, а поэтому и встреча будет не очень гостеприимной. Но как бы то ни было, все пройдет без эксцессов. Хотя есть ощущение, что это только затишье перед бурей. Что касается основной темы, то в этот раз «Холостяк» придумал что-то вроде новой проверки для девушек с целью узнать, какие из девушек искренне хотят быть с ним, а кто просто находится в поиске мужского внимания. Михаил пригласит различных гостей, а именно мужчин, и посмотрит, как девушки будут с ними взаимодействовать. Будут и уроки танцев, и массаж, и даже развлечения в клубе, где девушкам будут предлагать познакомиться. И далеко не все участницы пройдут эту проверку, так как некоторые в открытую начнут флиртовать с незнакомцами. Кроме того, свободный доступ к алкоголю приведет к тому, что некоторые из девушек будут не против повеселиться на полную, о чем будут горько жалеть. Михаил очень разочаруется в нескольких участницах, однако в ком именно узнаем в следующей серии. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!